Здравствуйте, подскажите, как помочь эзотерически человеку выйти из затяжной хронической депрессии? Спасибо вам большое за все. Если вы хотите помочь человеку это сделать, выполняйте вот такие обряды. Представляете, будто из этого человека идет фонтан в небо, как будто из головы прям фонтан воды. Второй вариант. Представляете, будто в глазах у этого человека две сигареты, которые горят. Тушите эти сигареты. Третий вариант. Представляете, будто у этого человека, будто вы этого человека вытягиваете из ямы, где огонь, и засыпаете этот огонь. Пятое. Из практик четвертой и пятой ступени поднимайте этому человеку тона. Шестое. Найдите или купите мой семинар, который называется «Третья и четвертая ступень школы Кайлас». Там я объясняю, как тона поднимать, или заклинание Дуйко. И представляя этого человека перед собой, ставьте на нем заклинание или ставьте на нем коды и читайте для него коды для лечения хронической затяжной депрессии. Какие там есть слова для лечения и депрессии, и нервных состояний и так далее. Это трявсык, припутав и кыстеплово. Таким образом можно представить человека и читать как мантру трявсык, кыстеплово, припутав. Припутав, трявсык, кыстеплово.